Итак, сидушка от Налима. Что это такое и как я ее приручил? Значит, сидушка от Налима. Две емкости. Зашитые в чехол. Соединенные в середине вот этой вот сиделочкой. Я ее как сиделку использую. С обратной, по всем углам у этой сидушки пришиты петли. Вот эта петля свободная. Вот те, которые снизу, я уже их связал, потому что это будет внизу лодки, как бы они уже сразу готовы и связанные. Это веревочка, которая потом понадобится крепить спинку от Т-34. Что тут хитрого сделано для быстроты? С каждой стороны я проделал, вымерил уже вот такую веревочку с карабином с одной стороны и такая же веревочка с другой стороны. А теперь всю эту фигню мы попробуем вставить. То есть просто вставляется, сюда пропустил, вот это туда вправил, эту сюда вправил и карабинчиком. Хреновый карабин, очень зубастый, но зато маленький. Раз. То же самое здесь. Вправляю. Да, эти штуки, конечно, заранее приклеены. Совершенно случайного размера, но как-то они попались как надо. На них я изначально пытался крепить спинку другую. И сидушку. Все так же продевается. Веревочка продевается. Вот в эти уши. Тем же карабином. Так, это половина. Здесь уже вот подвешено готовое применение сидушка от, ой, спинка от Т-34, это вторая серия. Надуваю. Дальше беру сидушку, спинку. И креплю ее тоже за вот этот, за это полукольцо. В прошлый раз я ее вешал на вот этот карабин, это удобнее, чуть-чуть больше места, но для того, чтобы показать, достаточно и так будет. Вот она здесь. Вот она здесь, а на улице шикарный дождь идет. Добро пожаловать на ночную прогулку послезавтра. Ух! И вот этот вот ремешочек, который стандартный для крепления к сидушке у Т-34, что он делает? Он делает вот это, чтобы когда я сюда сел, продеваю вот ту самую веревочку, которая снизу была заблаговременно привязана, вот она, и пропускаю назад. Самую пряжку. Ну, естественно, выверяется по длине меня родного. Ремешки немножко короткие, но по-нормальному я буду ставить наоборот, еще раз говорю, вот за эти карабины это будет здесь длиннее. Все.
вот она, сидушка, изначально она будет стоять вот подальше. Для чего вот это нужно все? Чтобы она не падала вперед. Но если надо тащить аккуратно, просто так, опа, и все легло. Или вот так даже удобнее. Собственно, все. Ручка сделана для того, чтобы лодочку таскать. Все хорошее.